Жители Куйбышевского района Самары одними из первых ощутили приближение Мундиаля. Символика чемпионата мира по футболу 2018 появилась на остановочных павильонах. Ну, приятно. Приятно, что чистая остановка. Для болельщиков это вообще отлично. Я-то к футболу как бы нет, но кто болеет, то тем приятно, я думаю. Им нравится. Они занимаются. Мне, например, внук тоже о футболе болеет. Не только красоты ради, но и пользы для. Эти футбольные плакаты сделаны из виниловой ткани. На такой материал трудно приклеить частные объявления, которые так часто портят внешний вид остановки. Здесь же напоминание о том, что размещать рекламу и объявления нужно в установленных местах. Нарушителей ждет штраф. Всего в Куйбышевском районе новый дизайн обретут 22 остановки общественного транспорта. Скажем так, это в основном они по въездным маршрутам в город. Пугачевский тракт, Новокуйбышевское шоссе, улица Белорусская. Вот на данных улицах как раз запущен такой проект. Проект пилотный. Если идея найдет положительный отклик у горожан, плакаты украсят и другие районы Самары. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События.